Российский тайбоксер Алахвердий Рамазанов, выступающий в азиатском промоушене One Championship, провел мастер-класс в городе Избербаш. Рамазанов редко бывает в Дагестане и поделиться своим опытом с молодыми спортсменами считает своим долгом. Побывал на открытой тренировке мой коллега Камиль Девятов. В спортзале, где тренируются избербашские тайбоксеры, яблоку просто негде упасть. Мастер-класс для молодых спортсменов проводит боец лиги One FC Алахвердий Рамазанов. Алахвердий Рамазанов показывал приемы и делился секретами с молодежью из своего личного боевого арсенала. Все удары, которые были показаны профессиональным спортсменам, принесли им победы над соперниками. Я тоже, когда был молодой, я очень нуждался в советах, всяких техниках скрытых. Там и в бою, и на тренировках. И моя задача показать бойцам, что у наших бойцов, в принципе, все есть. И дух есть, сила есть. Но многим не хватает хитрости в бою. Они из-за этого устают или делают многие ошибки. И я стараюсь нашим бойцам помочь, чтобы они исправляли эти ошибки. Ну, были в бою чуть-чуть хитрее, умнее. Они отслались там на выносливость или на силе. В этом же зале начал подготовку к чемпионату мира Чарак Муртазалиев. Он 3 раза становился лучшим на чемпионате страны. На чемпионате мира чуть не хватило. Дрался с тайцем, не отдали. Чарак пока не думает о переходе в профессионалы. Есть еще нерешенные задачи в любителях. Золото чемпионата мира в его копилке пока отсутствует. Честно сказать, с тренером со своим Александром Ахмедовым по-разному подходим к каждым бойцам, потому что без этого не получается. Работать однотипно, если работать однотипно, могут подобрать тебе ключи и можно проиграть. Уже было такое. И стараюсь к каждому бою даже подходить по-разному. Ну, стиль боя моего агрессивно нападаю, руки, ноги, локти. Такая у меня боя. В Избербаш на совместные тренировки приезжают спортсмены из разных городов. В первую очередь это обмен опытом и возможность присмотреться к оппонентам. Определять слабые места своих противников можно и нужно, считает старший тренер республиканской сборной. Проводим этот сейчас общие тренировки уже не первый день, уже занимаемся практически год, наверное, мы постоянно проводим такие совместные тренировки, потому что центральной части, допустим, очень чуть стало слабо развиваться тайский бокс, поэтому последней северной стороной, и поэтому мы стараемся общими силами собираться, делать общие тренировки, как бы, и чтобы не только один человек, один тренер знал определенно, допустим, что-то, чтобы все, каждый тренер охватывал в общем эту работу, да. И это большой опыт для наших ребят, и, во-первых, это пары, разнообразие, и когда они приезжают, здесь они все братишки, все друзья. Отметим, что чемпионат мира по тайскому боксу пройдет в Бангкоке с 18 по 30 июля. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Избербаш.